Вот. У нас учат учеников, там профессора, учителя, там всякие, ну, как по ступенькам, вот, как в армии, вот там, от рядового и кончая там фельдмаршала. И также вот в этой учебе то же самое, на, там, вот эти президенты какие-то всякие, я, ой, даже, да. Природа учит больше и лучше, и мозг чище, и так далее, и тому подобное. Профессор же как, он сидит в кабинете, у него ручка, так далее, у него вот сейчас современное все, у него компьютер, и это все вставлено, он как бы напичкан вот этой системой своей, напичкан. А у меня вот природа, у меня все живое. Вот, вот например, взять фильм, фильмы, вот какой бы только фильм ни крутите, да, вот да, там «Ирония судьбы» или американский там какой-то фильмы, у вас все эти фильмы мертвые, дохлые, можно сказать. От них, ну, ничего нету. Мои фильмы в природе натурально живые. Я их смотрю, прекрасные фильмы, хорошие фильмы. Они живые, натурально. Я их своими глазами вижу, я их трогаю, я их ощущаю. Чтоб... А вы что, вы что ощущаете? Да это вот, фильмы вам кажут для того, да это равносильно вот тот же наркотик. Вот наживаются люди на наркотики, наживаются на водке, наживаются на всем, и на этих фильмах тоже, тоже на фильмах наживаются, вот так-то. А у меня фильмы бесплатные, на, а, и а фильмы настоящие, живые, во. Вот так в этом мире надо жить, а не так. И мозг у меня вот, мозг, меня не учителя учат и так далее, там не профессора, а природа учит. И у меня мозг чище, чем у вас, а у вас мозг: ой, машина стиральная сломала, ой, машина сломала, ой, колесо лопнуло, ой, там еще что-то, ой, а у меня такого нету. Так что учитесь жить в этом мире.